И вот изнутри посмотрите, как выглядит у меня курятничек после строительства. Предусмотрено окошечко. Есть вентиляция, утепленный потолок. И, скорее всего, я думаю, тепло будет держать, потому что прохладное все лето тут было. Не пропускала крыша тепло. Ну, такая вот высота. В принципе, заходишь спокойно, свободно. Над головой есть еще пространство. Есть гнезда, есть седло, есть кормушка, нипельные поилки, 50 литров емкость. Думаю, хватать будет надолго. Особенно зимой меня это интересует, чтобы было удобно. Не каждый день бегать, мыть на улице, все это ставить. А? Поставил, и они недельку пьют, потом протянул шланг, залил водой и дальше. Подстилка с бактериями, чтобы было сухо, тепло и не было запаха лишнего. Все это будет перерабатываться, помется пилками. Весной пойдет в огород, уже перегнивший практически. Ну, снаружи остается мусор, будем вывозить. Дел еще, в принципе, хватает. Вот так вот.